Александра Леонтьевна Бойко – не единственная женщина-танкист и даже не единственная женщина-командир танка времен Великой Отечественной войны. Однако она единственная командовала тяжелым танком ИС-2 и воевала в прямом смысле бок о бок с мужем. Вот как она вспоминала это уже после победы. «Мы с мужем жили на Крайнем Севере, в Магадане. Муж работал шофером, я контролером. Как только началась война, мы оба попросились на фронт. Нам ответили, что работайте там, где вы нужны. Тогда мы послали телеграмму на имя товарища Сталина, что вносим 50 тысяч рублей, по тем временам большие деньги, это все, что у нас было, на построение танка, и желаем вдвоем идти на фронт. Нам пришла благодарность от правительства, и в 43-м году меня с мужем направили в Челябинское танкотехническое училище, которое мы окончили экстерном. Там же получили танк. Мы оба были старшими механиками-водителями, а в танке должен быть только один механик-водитель. Командование решило назначить меня командиром танка, а мужа — старшим механиком-водителем. И так мы дошли до Германии. Оба ранены, имеем награды. Было немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на тяжелом — я одна. Иногда думаю, записать бы кому-нибудь из писателей мою жизнь. Сама я не умею как следует. Но вернемся в 43-й год. В ноябре супруги Бойко по ускоренной программе окончили Челябинское танковое училище и получили звание младших техников-лейтенантов. Однако сначала их зачислили в резерв. Впрочем, супруги сдаваться не собирались. Писали командованию письмо за письмом с просьбами скорее отправить их на фронт. И в июне 44-го года под Тулой они наконец-то получили танк. Причем сразу красавца ИС-2. Супругов назначили в 5-й Двинский танковый корпус. На борту их танка была надпись «Колыма». Боевое крещение семья получила в Прибалтике. Из сводки Совинформбюро от 6 августа 44 года. Экипаж танка, где командиром младший техник-лейтенант Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко, за две недели уничтожил 5 танков и 2 орудия противника. Андрей Иванович Еременко, в то время командующий 2-м Прибалтийским фронтом, в воспоминаниях упоминал об успешных действиях экипажа «Колымы» в боях под Даугавпилсом. Там они участвовали в рейде в тыл отступающим войскам противника и подбили из засады 2 самоходки. Тогда же открыли и счет наградам. Александра Леонтьевна получила орден Отечественной войны 1-й степени, Иван Федорович – орден Красного Знамени. В бою, за который товарищ Бойко получила 1-ю награду, она также была ранена, но оставалась в строю. А уже через день, во время контрнаступления немецких войск, организовывала танковые засады. Вызывает уважение, правда? А вскоре, в боях у деревни Малиновка, известной по воспоминаниям Отто Кариуса, Колыма, израсходовав снаряды, протаранила «Пантеру». После тарана контузия, 2 месяца в госпитале, потом поездка в Москву, где Александру фотографируют для обложки «Огонька», и обратно на фронт. Впереди у супругов были тяжелые бои в Польше и Чехословакии. А победу экипаж «Колымы» встретил в Праге. We'll be right back.